Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. Во вторник в Самарской области пасмурная погода. Попеременно будут идти дождь и снег. Температура воздуха в дневное время -2, +1 градус, ночью 0, -2. В Сызрани пасмурное небо, дождь и снег, днем 0 градусов, ночью -2. Ветер северо-западный, скорость 8 метров в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, осадки в виде дождя и снега, днем нулевая температура, ночью -2 градуса. Северо-западный ветер 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, днем -1 градус, ночью -2. Ветер северо-западного направления 7 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.